Ален. Первый будет мальчик. Почему? Потому что у нас с Ваней появился первый фанат. А, у вас с Ванькой будет мальчик. Не у нас с Ваней. Не будет маленькая Аленушка, будет маленький Васенька. Догоняет, догоняет, да, нагрелся. Охуеть, две новые звезды на небе практически. Зажглись. Сколько, интересно, прогорает эта штучка, фитилек? Где-то с полчаса, Ваня. Да ну, у тебя быстро, мне кажется, минут за 10 прогорел. Думаешь? Смотри, чтобы твоя девочка не потухла. Да, кто выше, короче, соревнования, розовый или желтый? Желтый проигрывает пока. Так вот в ночи летят огоньки. Итак, теперь сгорел усадьба. Нет, они просто прогорят и погаснут. Да, смотри, ваш выше заходит с дыркой. Ну, уже на посадку идет. Да, у нас уже все идет куда-то далеко очень на посадку. Уже почти он прогорел полностью. Снижается. Все, погас. А второй еще летит. Ваша девочка долго выколупила. Ваша девочка долго выколупила. Девочки, они такие медленные. Не, ну еще летит. Пока она соберется. Ну вот, а смотри, устроили тоже световое шоу. Какого дешевого фонарика. Да, еще не догорел. Кому-то на дачу. Кому-то на крыше будут два сдувшихся фонарика. Ой, ну вот такая была легкая лайтовая веселуха у нас. Теперь мы двигаем в сторону дома, в сторону палатки, короче, и спать. Может быть, кто-то приплыл уже на наш берег, сейчас мы это узнаем. Я вообще по этому поводу не парюсь. Мне главное в понедельник дома оказаться. А сюда мне, в принципе, пофигу. А как оно? Нормально. Нормально? Самое главное, что они вроде не сыры. Или у меня такие кроссовки? Да нет, это сейчас, просто правда нет, нет рассыпок. Круто. А чем поверху? Потому что поверху мы не... Не-не-не-не, вот туда надо обойти. Не-не-не-не-не, там не зайдет. Там нет дороги. Ну как бы она может и есть. Ага. Лучше нам по берегу вернуться. У нас такая лайтовая прогулка перед сном. Чисто, знаешь, подышать свежим воздухом. А берег гораздо теплее. Ну, чувак, вода — это самый крутой аккумулятор. Немцы, прикинь, додумались до того, что они просто тупо замораживают воду, а потом она сама оттаивает. За счет этого у них, короче, круглую зиму отдача тепла какая-то неимоверная. То есть в подвале стоят две емкости по 10 кубов воды. Представляешь? И там внутри вот эти трубки, она замерзает, и, ну, как бы, процесс перехода изо льда в воду и из воды в лед, какая-то там огромная передача энергии происходит в этот момент. Вот эти пассивные дома. То есть они летом замораживают, что-то зимой размораживают, короче, какая-то такая фигня. Что-то такое. Просто непонятно. Смотри, стробы еще работают. Интересно, приплыли наши герои-то? Или они как там уже... Наши герои кинули лодки, ушли в отрыв. Ушли в отрыв? Они там сейчас вау-вау-вау. Да. То есть завтра Илюху мы увидим во всех новостях. Внимание, звезда Ютуба засветилась. Простой тверичанин зажег. Зажег. Уже почти закончившийся фестиваль нового.
зубами. Да, это будет забавно. Блин, если Люха пошел с Кирюхой, точнее, Кирюха с Люхой пошел. Да. Я думаю, они там... Молодой, будут. Старый, короче. Илюха там... Два друг друга стоят. Показывают. Да, Илюха скажет, я не пью и не курю, не употребляю. Сейчас двумя бабами возвращается, короче, говорит, Лёха, твоя палатка на сегодня занята. Сегодня ты спишь, короче, он руку видит. Не, приходит, короче, хопа, на лодку девушек переводит, полтинчик. Ну ладно. Духи кидай. О, как далеко идти-то, на самом деле. Валя, 200 метров. Где-то минут 5, как бы, я не настаиваю. На самом деле, вся видеозапись всего лишь 28 минут. То есть, как бы, мы шли минут 5-10. Прогуляемся, Макс, нагуляем перед сном. Здоровый аппетит. Сейчас сожрем все, что там осталось на полянке. Утром проснемся, да. И начнем искать что-нибудь хорошее. У нас каши порядка 10 пакетов осталось. Да. Так что на завтра хватит. У меня еще килограмм макарон. У меня еще килограмм макарон. Я говорю, жрачки полно. Еще баночки, баночки две. Пофлот. Слушай, а если мы рыбу достанем с утра, кто-нибудь ее будет? Каждый день рыба заебали, да? Вань, я целый год каждый день рыбой питался. На флоте? А если покер, побежала. Да, Алена, смотри. Отдыхай, да, Алена? Это люди в черном. Жрать хочу. Люди в черном. Ты неправильно говоришь. Чревоугодие – это грех. Специально сделал люди в черном в белых кроссовках. Новый фильм. Полнометражка. Понимаешь, Макс, это кроссовки Соломон. Вот я иду по песку, и меня песок не попадает в кроссовки практически на 99%. Вот. 1% есть. 1% есть. Но у вас. Не, ну конечно, у Лехи может быть раз таки ничего. Ну, тоже сухом приваривает. Моя тряпка обычно. Понятно. Нет, на самом деле нарвали, мы погуляли, потесали. Просто они больше, чем. Завтра Лёху поймаем и поедем прыгать с троллея. Ты не будешь прыгать? Ну. Я посмотрим. А чё ты ж хотел? Ты ж говорил, блядь, я там приду, короче, либо нам в рот попрыгаю. Не хочешь? Не, я не знаю, я могу прыгнуть. Я бы прыгнул с удовольствием, просто мне надо, чтобы меня кто-то поднял, кто-то меня подцепил обратно. Я тогда вот сейчас назад поеду, там можешь попрыгать с парашютом и в сугроб, Вань. Это гораздо интереснее. Ну это да. Воткнуться в сугроб. Ну пока, если нет такой возможности, надо пользоваться той возможностью, которая есть сейчас. Вот и все. Так в армии сюда еще заплатят деньги, Вань. Ну, Макс. Ты все постоянно, скажем так, немного преувеличиваешь. Превращаешь в красную, в крайности. Да. Все вращается в деньгах, Вань. В этом фантик. Который закручивает сигареты, ага. Из которых появляются орешки. Согласен. Появляются деньги сколы, это фантики, это, блядь, моя идея. Которая вода, которая там этикетка от этой воды. Вот эта сумма, вот представь, ты пьешь воду, да? Да. Ты понимаешь, что ты пьешь деньги? Да. Ты просто деньги превращаешь из этой бумажки, из фантика, в любое другое. Да. То, которое потребляешь. Я знаю это, уже лет 10. Поэтому надо жить каждый день. Потому что завтра, может быть, наступит ядерная зима. Ну, типа, как на Украине, кризис какой-нибудь. Да, да. Именно так. Поэтому кубик, блядь, ты охуенно взял, что ты взял то, что ты мог взять. Да. Правильно? То, я хочу было. Такую же хуйню. Я подожду немножко. Меня вполне устраивает, но я хочу такую, только я хочу. Я же все равно могу совершенствовать да, от того, который я хотел. Ну, вложи деньги. Ты же покупаешь раму в первую очередь. Зачем?
А, кубик, да. Ты покупаешь раму, это вес. И дальше за этим эту раму ты начинаешь на нее навешивать. Рама — это геометрия, которая тебе удобна. Правильно? Не, ну раму я точно не поменяю. Ну. То есть тебя устраивает геометрия? Я если буду продавать... Че, берем бутылку? Этот кубик, я его буду продавать по отдельности. Вот, тоже вариант. Если оно совсем будет... Убьется. Ну, с моим катанием он убьется, мне кажется, через года два точно. А прикинь, закидывать блесну с подсветкой. Интересно, рыба будет клевать или нет? А чё? Новая фигня. Ну, а они же ночью не спят. Они же тоже ползают, там что-то рыбы такие сонные, короче. Ловит одна сонная рыба, жрет другую сонную рыбу. Сейчас спящий, если такая. Ну, слушай, дай-ка я тебе знакомлюсь. Понюхай. Бля, бузон долбит. Луна светит. Видишь, музыка громче, значит, не нужно плавить. Вот я хочу примерно такой же дискач устроить, короче, в старинских пещерах внутри. То есть поставить стробы, поставить колонки. Просто я хочу, ну, колонку такую специфическую. Там полянка есть нормально. Да. Только там все видишь. Там, знаешь, там не день пяти, то есть я по-любому буду просить вот как. Ну, посмотрим. Вот там можно вообще есть. Фух. Мы здесь проходили? Да. Точно? Да. Я уже не помню. Вон наши стробы еще там далеко. Стробы-то, да, далеко. Алёна куда-то вообще там ускакал. Вон она где-то там, ещё в темноте. Блять, фары заебись все-таки, да, люди придумали? Как вот раньше жили первобытные? С факелами, да? Не жрать захочется. Вампиров охотились. Да. Ваня, с фонарем воды не боитесь? Я думаю, что сам фонарь нет, а аккумулятор разъем боятся. То есть, если ты его разъемом окунешь, он, конечно, ёбнет. Именно сам разъем аккумулятора, наверное, запаян. Надо посмотреть, я не открывал, не смотрел этот сам чехол. А аккумулятор, я думаю, там с резиночкой. Но от дождя по-любому. Че, когда не нужен станет фонарь кивали? Че? Посвящай. Давай, я за 1200 покупаю фонарь. Чувак, я сейчас закажу себе покруче фонарь. Еще круче? Конечно. А если еще круче фонарь? Блять, это 30 баксов. А вот у Александра Алексеева, у него 150. Не видел? Он 4 светодиода. Вот это реальный фонарик. У него на средней мощности хватает на всю ночь. Ну, это такое надо, да. Вот, да. Но, блядь, 150 баксов — это 5 косарей, грубо говоря. И ждать 2 месяца. 5 косарей? Да. Косарей? Да. Ну, это в Китае. У нас бы, прикинь, сколько он стоил? 12. Ну, вот. Минимум. Зато это, прикинь, на всю ночь вот с таким вот цветом, да, это минимум. Топка у меня цвет, я лучше вилку воздушку возьму. Не, ну понимаешь, кусков. Нужно и вилку, воздушку, и фонарик, и подседельный штырь с амортизатором. Зачем? Меня, например, мой кубик вообще устраивает. Даже вот. А фонарик тебе нужен? Фонарик нужен. Ну, вилка нужна? Вилка нужнее, чем фонарик. Ну, колесики хорошие хочешь? Колесики мне и так устраивают. Не, ну контакты тоже нужны. Контакты у меня есть. Их снять надо? Да. Когда ты приедешь? Ты едешь уже полгода. Я приезжаю, только я их не снимаю. Ну вот. Видишь, нет, снимаю. Так и с фонариком. Как бы хочется за 5 штук, но за 5 штук дорого, поэтому 3 штуки по косарю, короче, я покупаю и пользуюсь ими. Смотри, как долго, да, работают. То есть мы уже вот ходим. Блять, Макс, еще 40 минут мы уже ходим. Еще где-то полчаса они здесь горят. Ну, короче, наши друганы не плывут ни хера. Я не знаю, поднялись они или нет. Да, давай, включай. Так, я какой включил? Давай ищем их, где они там?
Алён, ты свой включи. Поиск самолетов. Нет? Нихуя вообще не видно, да? Там они там. Или вы уже поднялись? Да нет, они поднялись. Я пойду, мы? Пошли. Да, пошли. Олесь не приехала. А почему не приехала еще какая-нибудь другая? Ну, Макс, почему? Может быть, все дело в носках? Может быть, ты мне показал свою писюльку? Ты показал, они испугались. Смотри, как отрывается. Она не прожарилась. Она охуенно прожарилась. Да прям так ее закрой крышкой. Вот. Главное закрыть, чтобы волки не нашли. Так, берите пенки. Лех, бери матрас. Потом завтра смотри. У тебя там все это есть какой-то закрыть? Сейчас ночью тебе кто-нибудь придет спать, короче, завалится. Такой, знаешь. Ты давай, давай, залезай, хуя какая-то русалка. Че, на вот, бери вот это. А, да у меня есть, в принципе. Ну все равно возьми. Да, вот аккумулятор у меня. Ой, блин. Не, вот так. Ага, на. Все равно туда не носить. Я посвечу пока. Макс, давай, давай. Или ты будешь в темноте. Давай, бери свою пенку и тащи. Да, мне... Карты давай убирай, а то намокнут. Мне свет не нужен. Не нужен тебе свет? Ну смотри сам. У меня все есть, у меня там свет в палатке есть. О-о-о. Так, Лёха, у тебя есть свет в палатке? Был. Точно? Включай тогда. Он где-то в каком-то из-за двери портфель лежал, мне он ничего. Вот так тебе нормально? Так нормально? Да я дальше по наитию справлюсь. Ну все. Макс, ты будешь что-нибудь делать? Ты карты, главное, убери, а то отмокну. Я пока поваляюсь. Да. Карты. И все покрой, короче. Смысл покрыть? Ну муравьи, блядь, наползут вот эту вот твою кашу, ну, ладно, и в сахар. Я завтра выпрыгну. Смотри, сам. Ну все, всем спокойной ночи, короче. Мы пойдем пока устраиваться.